Даю гайд плюс ключ, как осилить блокчейн проект на Solidity плюс Python плюс JS. Здравствуйте, ребята. Первый вопрос, который всех пугает, это как я столько языков помещу в голове и как это будет? Давайте по порядку. В этом видео, под ним есть видео. Я не знаю, что мне делать, чтобы стать программистом. Python, Java, JS, сюда можете добавлять солидность. И так далее. В этом видео как раз таки рассказан гайд, как изучаются языки вместе. В этом есть суть. Захотите, посмотрите. Второй вопрос. Я часто сталкиваюсь с таким. Я знаю Django, я знаю там Toga, я знаю то-то, а как мне разобраться с блокчейн? Ведь это другое. Где другое? Давайте посмотрим. Вот Web3. Вот у нас солидность. Вот все на Python. Вот Django. Тоже все на Python. Вот Toga. Тоже все на Python. Со стороны кода совершенно одинаковые вещи. Не со стороны человеческой логики. Контракт все переведено на Python. Идите к этому гайду. Вот там все рассказано. Что вы не знаете, вы тут поймете. В том видео я рассказываю о методе изучения нескольких языков. С какой стороны взглянуть и показываю, что для этого надо сделать. Спасибо.